Ежедневно в 8 утра во двор многоквартирного дома по улице Родионова приезжает мусоровоз. Машина вывозит твердые отходы. За сутки набирается 7 больших контейнеров. По словам представителей регионального оператора, количество мусорных баков зависит от числа проживающих в МКД. Кроме того, на территории площадки установлен отдельный контейнер для сбора пластика. Приезжает определенная машина непосредственно под ТПО. То есть она вывозит его и везет в распределительный пункт. Также отдельная синяя машина приезжает под РСО и также вывозит в определенное место. РСО – это вот как раз пластиковый. За пластиком специальный грузовик приезжает раз в 3 дня. По словам жильцов дома, этого вполне достаточно. Была одна жалоба зимой. Ну, один раз мы не приехали днем, потому что было запарковано. Машина вернулась вечером, отработали, забрали с подбором. Площадка была зачищена. Если машина приезжает, площадка запаркована, проехать не может, мы в любом случае возвращаемся второй раз. В ближайшее время такие проверки контейнерных площадок пройдут по всему городскому округу.